Такой силой духа и физические недостатки не помеха. Это доказал француз Филипп Круазон. Спортсмен с ампутированными конечностями установил очередной рекорд. Он совершил погружение на глубину около 33 метров в бассейне и стал первым в мире инвалидом, достигшим такого результата. При погружении Круазон использовал специальные протезы. «Я собираюсь нырнуть с ними и установить довольно удивительный мировой рекорд. И это доказывает, что заниматься подводным плаванием могут и пожилые, и инвалиды. Я единственный инвалид в группе, но разницы нет». На счету пловца несколько межконтинентальных заплывов. Он покрыл все проливы, соединяющие 5 континентов.